Всем привет, маленькие слайзинки плавучки, с вами Бадди, и мы продолжим с вами проходить игру под названием Resident Evil 7, и теперь мы переходим с вами к DLC, к дополнительному контенту. Вот он у нас здесь. Оригинал мы с вами уже прошли. Вот, сыграть дополнительный контент рекомендуется сначала пройти основную игру. Основную все, мы прошли уже. И вот все, что у меня есть. Но тут у меня... Ой, я случайно, кстати, запустил. Блин. Я случайно тыкнул, погоди. Новая игра, продолжить... Я выйду, конечно. Охренеть, это получается новая компания какая-то. Это мы, кстати, обязательно тоже пройдем. Так, погоди. Гибель Зои тоже пройдем. Интересненько. Так, вырезанные материалы. Зум Бейкеров, как вещественное доказательство, эти видеокассеты хранились в тайнике до сегодняшнего дня. На них запечено горестная участь некоторых пленников Сим Бейкеров. Ну давайте начнем с вырезанного материала. Раз это первое. Посмотрим, что у нас такое. Я тут смотрю, что-то здесь какая-то жопа будет. Какая-то здесь шняга будет жесткая. Так, нов. Это у нас типа новое, что ли, так отмечается. С чего начать? Так, примите участие в возвращенной игре карты. 21 просто, да? Дочери. Давайте с кошмара тогда начнем, да? Движется при помощи оружия, ловушек и навыков. А это интересно. Погоди, награды здесь какие-то еще, да? Начальные отходы. Тысяча очков, ни хрена себе. Ловушки. 4000, аптечки плюс 3. Адреналин. Набор. Напила. Капец, столько очков, конечно. Короче, ладно, давайте начнем проходить. Интересно, что сейчас будет здесь. Ну, хотя бы начать просто, да? Я не буду полностью прям задрачиваться. Я просто хочу посмотреть, что за кошмар. Погнали, сыграть в кошмар. Некуда бежать. А строить как могут, на ней не удалось все Джека. Я попробую, конечно, тут придется попотеть жестко. По-любому. Моя главная цель просто дожить. Пройти вот две вот эти вот хернюшки. Я понял. Постараемся как-нибудь. Давай. Я готов. Ох, где я? Ну да, типа материал, кассета. Тут у нас типа вырезанная сцена. Soll das ein verdammter Scherz sein? О, это будет под музычку, прикольно. Ёпт. Давай дробовик возьмем. Что еще взять-то? Аптечку, наверное, да, все-таки. Навыки. Тут нужно подумать.
Улучшение здоровья все-таки, да? Че, погнали? Так, а ты еще не подбираешь, тварь? Все, погнали. Что это такое? Серьезно? 5 часов нужно играть мне? Серьезно? Да вы издеваетесь нахер. Это нахрен издевательство, я не выживу. А, ты специальные херни, да? Капец мне. Заперто, охренеть. Нахер, 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 иди. Пропустите, твари. Иди нахер. А, вот для чего эта хрень нужна. Теперь все стало понятно. Тут, кстати, стало легче прицеливаться, по-моему. Вроде бы. Да, вот видите, я могу тут прокачиваться. Я просто буду дробовик тогда покупать нахрен. Нахер, 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 нахер. Ах ты тварь. Мразь какая, а? Полечусь. Пока нельзя, да? А, все, теперь можно. Так, что? Я буду просто пока что закупать аптечку тогда и патроны. Ну а что? Нельзя? Можно. Так, я пойду за этими. Вот тут нужно взять теперь 500. Уже прекрасно. Так, ну от этих я буду просто убегать. Давай, давай. Сосать нахер. Уродина. Нет, ну так-то это вообще изично. Вроде. Ну типа изи. Просто отстрелили бошки. А он не умер? Серьезно? Куда, кстати, могу еще побежать?
Надо чекнуть. Что за хрень? Какая-то дополнительная часть, что ли? Ребят, мне страшно. Ну это просто выживалка получается. Твою мать. Я сам виноват, как бы. Соси. Ну, это на VR, кстати, круто играть. В эту часть. Я просто купленного посмотрел. Там типа у него вообще капец. А, приостановлено? Серьезно? Так вот в чем прикол. А, все, работает. Я не сдохну. А, 4 часа теперь осталось. Окей. Погнали. А что, подорожало, что ли? А, нет, потому что... Все, я понял. Почему-то предметов я могу мало купить. Как-то неинтересно. Не, я, конечно, могу еще и гранатомет взять. А давайте возьмем, почему бы и нет. Зажигательная бомба возьмем. Это возьмем. Все, у нас теперь есть все. Что надо? Ну чё, я жду, давайте. Ко мне все. Тут у меня бабки делаются. Reiß dich zusammen. Du hast bis hier überlebt. Тварь. Тут всегда будет напряженка. Пошел нахер. Что за штуку взял?
Так. Давайте навык купим какой-нибудь. Давайте скорость все-таки. Тварь. Что происходит? Этого с первого выстрела почему-то. Так, я пойду за баблом. Он пока работает нормально. Чего? Нахер, иди, мразь. Соси. Пидорас, блядь, ебаный. Ненавижу тебя. Сука. Да блядь. Это пиздец какой-то, ребят. Вот это напряженочка. Вот это капец. Hast du denn schon Spaß? А, убил. Убил суку. Ist das endlich vorbei? Это жесть. Это жесть. Реальная жесть какая-то.
Так, что покупаем? Что? Снижение выхода отходов на 50%? Ни хрена себе. На 50, значит. Хотя нет, я в первую очередь закуплю боевые припасы на дробовик, конечно же. И это тоже стоит взять. И теперь прокачаем навык. Нет, я забыл важную вот эту взять. Аптечки. Короче, ладно, прокачаю дробовик. Огневая мощь на 170%. Отлично. До 5 утра я должен дожить. Нормально. Wo kommen all diese Dinge her, verdammt? Что-то все, сука, дорожает. Если я сдохну, похер. Так, я за деньгами. Мне нужны деньги. Срочно. Так, улучшение лечения. Тварь! Больно кусаются. Капец, да? Это задница, ребят. Патроны заканчиваются. Я пока с этим туда.
просто должен всех убить, да? Давай попробуем. Я понял, в чем прикол. Последний патрон я просто буду добивать черти. Из пистолета. Твою мать. Какой-то жесть. Блевотня своей ебучей, блядь. Аптека. Я жду тебя, тварь. Ich will nach Hause. Плачь до рассвета. Так, что покупаем-то? 2500. Улучшение лечения 100%. Улучшение скорости. Блять. Дробаш не оставил. Пипец. Чем я стрелять-то буду нахер? Реально. Mit diesem Haus los. Так, погоди. Мне это очень не нравится. Так, я буду подсесть, молчать.
это заканчивается, охерена. Замечательно просто. Погоди. Почему 580-то? Это очень много. Тогда мне придется на пистолет патроны купить. Я умер, да? Да. Пидораса, блядь. Сложно. Сложно. Это, короче, типа бонус, я так понимаю, да? Счет подробности. Оставшиеся отходы, понятно, число убитых. Множитель за время проживания. Ну да, 4 часа. Блин, ну, так себе, 54, да? 54 тысячи мы имеем. А начальные отходы плюс 250. Вы получите больше отходов в начале игры. Можно создать автомат P19. Можно создать улучшенный автомат. Ну да, тут типа с каждым разом все лучше будет, да? Обсечка 3. Ну, я типа понял эту херню. Ну да, тут типа бонус идет. Дробовик потом добавляется, это все понятно. Бесконечные боеприпасы, серьезно? Раз, два, три. Раз, два. 10 миллионов? Вы серьезно? 10 миллионов — это вообще жестко. Ну, это типа, да, задрачиваться нужно. Они специально это сделали, херня, чтобы можно больше поиграть. Но я это не буду, короче, полностью проходить. Это не имеет смысла. Тут просто, да, вот давайте. Всякое такое так произносим. Ну, это для фанатов так, чисто. Окей, тогда. Нет, я попыточку не буду повторять. Достаточно, короче. Баннет Фоут. Кошмар. Доживите до утра при помощи оружия. Ловушек и навык. Ну, короче, все, с этим понятно, с этим кошмаром, да? Здесь мы поиграть не сможем. Ночной ужас. Там, походу, другая локация будет. Сыграй кошмар. Так, подожди. Сначала. А это что такое? Ночной ужас. Я, короче, погуглю, что это такое. Стоит ли разблокировать ночной ужас или нет? Надо, короче, посмотреть на ютубе. Я посмотрю у купленного там, ну, или кому-нибудь другого. Что там за... Наверное, то же самое просто. И другая локация будет. Я так подозреваю. Лучший результат 0. У меня 0. Ну ладно, это типа так, поиграть. Я понял. Ладно, ребят, на этом я заканчиваю эту серию. DLC... Как-то на DLC называется. DLC.
DLC. Вырезанные материалы, вот где. Кстати, на героя еще есть. Борьба Итана завершена. Но осталась последняя проблема. Ну-ка, давай-ка. Откроем, сейчас посмотрим. Что это такое? Ну да, вот видите, новая игра продолжит все такое. Это типа новая кампания. Это мы обязательно проведем. Интересно. Просто интересно. Да, ты себя пропустил, понятно. Спальня. Сбегите из заточения, используя одну лишь смекалку. Тут смекалка должна быть, да? Карточная игра. С кошмаром, короче, понятно. Ладно, давайте, ребята, на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте в ВКонтакте, пишите комментарии. Всем ряда. Пока-пока.